В городе Токмок состоялся форум, посвященный дружбе народов. В нем приняли участие представители этносов, проживающих в Чуйской и Иссык-Куйской областях. Участники встречи обсудили вопросы укрепления межэтнического согласия. Алтынбек Таланбеков продолжит. Кыргызстан – многонациональная страна. Только в Чуйской области проживают около 80, а в республике – около 120 представителей других этносов. 4 года назад была принята концепция по укреплению мира между всеми этносами в Кыргызстане. Нам нужно укреплять мир между этносами. Это один народ, и каждый должен жить в мире и вносить свой вклад в развитие страны. Мы не должны забывать про общегражданскую идентичность. В Токмаке проживают очень многонациональных этносов, и все мы живем очень дружно живем. Очень дружно живем. По поводу казахов, вот я знаю, что многие у нас казахи даже уезжали в историческую родину, но обратно возвращаются сюда Токмак. Потому что здесь, как говорится, все блага жизни. Говорили много и о религии. Недавние события показывают, что некоторые силы используют религиозную идеологию в экстремистских целях. Мы проверяем деятельность всех зарегистрированных в Кыргызстане религиозных организаций, литературу зарубежных религиозных миссионеров. Некоторые организации используют межэтнические конфликты для своих целей. К сожалению, такое у нас уже было, поэтому мы сейчас предпринимаем все, чтобы не допустить впредь подобных инцидентов. Развитие кыргызской экономики напрямую зависит от хороших взаимоотношений с представителями других наций. Также в первую очередь страна должна сохранить культуру других этносов и передать их по наследству, говорят эксперты. Отмечу, что подобные форумы запланированы и в других областях республики. Алтынбек Таланбеков, Уламбек Дайхамбаев, Азамат Кадыртоктоев, Общественный первый канал.